Вот здесь зарабатываются деньги. Здесь они тоже зарабатываются, только другим путем. Вот здесь вот человек будет зарабатывать деньги. Я там, он здесь. Вот, сегодня он здесь просто все разобрал на запчасти, полностью всю квартиру разнес. Он будет зарабатывать деньги. Только мне бы хотелось, чтобы вот это все уже было готово еще вчера. Ну так, чтобы сразу, за минуту. У одного человека на это уйдет, ну, месяцев 5. Месяцев 5 у одного. У него будет, возможно, помощник. Ну, я думаю, месяца за 3 они успеют все сделать. Но я хочу за час. Я хочу, чтобы здесь было сделано все за час. То есть, чтобы один человек сделал за час. Да? Чтобы я вышел, зашел и уже все красиво. Можно ли так сделать или нет? Можно ли в бизнесе заработать деньги, если ты не в зуб ногой вообще в этой теме? Можешь ли ты заработать достаточное количество денег за один день? Или все же стоит положить пару месяцев упорного труда? Я наблюдаю, что в интернете постоянно люди постоянно друг друга обучают, да? То есть всякого рода видеоролики мотивирующие и так далее, да? Или человек какой-то записывает видео и говорит, что вам нужно то, 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 вам нужно сделать так, вам нужно подумать так, настроить себя так и так далее. Этот человек, который здесь будет работать, он никаким образом себя не настраивает. Он просто поднимает свою жопу и идет делать работу для того, чтобы у него были деньги. То же самое и в бизнесе. Для того, чтобы зарабатывать деньги в интернете, нужно поднять свою жопу, сесть перед компьютером и делать работу. И никакие мотивационные ролики от псевдо-миллионеров не помогут абсолютно. Или ты утром встаешь и садишь свою пятую точку перед компом и начинаешь делать то, что надо делать. Или же вот на том заводе каждый день ходишь и думаешь, что в выходной день я там, либо через 2-3 года я там буду миллионером в бизнесе и так далее. Ну и продолжаешь на заводе вон, возле станка стоять. У меня этот человек, который здесь будет работать, мы сегодня с ним разговаривали насчет нашего общего знакомого, который у меня в бизнесе, который, ну скажем так, ну нельзя сказать, что без опыта, да? То есть человеку, которому достаточно только просто взять и сделать для того, чтобы были деньги. Ему не нужно учиться, ничего. То есть ему нужно конкретно просто делать, потому что у него он уже потерся здесь, помялся, как бы не один год уже. В сетевом бизнесе. И он у меня спрашивает, а почему вот тот человек, к нему не идут, а к тебе идут? Ну почему? Действительно, да? В то время, когда я звоню ему, этому партнеру, говорю, ты где? Он говорит, на работе. И сколько бы я ему ни звонил, он либо спит после работы, после ночной, либо на работу идет, собирается, либо на самой работе, да? Действительно, почему это? Может, потому что он свою пятую точку не туда носит? Тем более ему неинтересно, я знаю 100%. А все очень просто. Если тебе надоело зарабатывать 200 баксов в месяц, и ты хочешь хотя бы 2000, то тебе нужно делать то, что принесет тебе 2000, а не делать, не сидеть там, что тебе приносят только 200. И у каждого выбор есть. Вот у этого человека есть выбор, либо ему вот эта работа принесет 2000, да? Либо он будет, как я, сидеть дома за компьютером и получать те же 2000. Разница между нами только одна. И приравнивается она только к одному телодвижению. Куда ты завтра утром посадишь свой зад?
и что ты будешь завтра утром делать. Вот и все. А всякая там расстановка целей, вам нужна мечта, доска визуализации, бла-бла-бла-бла-бла, вот эта вот вся хрень, да? Вам нужно там распечатать какие-то там контрольные листы для себя, чтобы себя дисциплинировать, как-то контролировать. Нужно прочитать эту книжку, нужно слушать этот диск. Какой нахрен диск, когда денег нету? Нормальный, адекватный человек должен задать вопрос. Ребята, скажите мне четко и точно, что мне надо делать, чтобы я смог заработать $1000. И получит простой ответ, четкий и точный ответ, что ему надо конкретно делать. В противном случае на этот вопрос люди получают обычно не те ответы. Их там начинают обучать, что-то им подсказывать, прочитай эту книжку, послушай этот диск, посмотри это видео, посмотри три фильма «Секрет», вникни в это, потом послушай еще вот эти два диска, потом посмотри 12-часовой тренинг мультимиллионера американского, потом вырежи машинки из журнала и яхты, и дома, приклей себе на стену и молись на них каждый день. Пока не поднял жопу и не сделал какую-то работу, нифига не будет. Хоть всю квартиру обклей машинками и домами. Пока ты не увидел, что происходит на тест-драйве, ни хрена у тебя не будет. Зря просто стараются люди, которые пишут, расскажи что и как там в двух словах, или что мне на этом тест-драйве делать и так далее. Это просто сообщение игнорируется. Ты тратишь свое время просто впустую. Тем более люди, которые уже здесь зарабатывают деньги, у которых есть команды, у них просто нет времени отвечать на подобные глупые вопросы. Если 1000 человек говорит, тебе нужно зайти на тест-драйв, то нафига спрашивать, что там на том тест-драйве? Ты же понятно сказали, на тест-драйве ты узнаешь, что за бизнес, сколько здесь можно зарабатывать деньги, как здесь люди зарабатывают деньги, и что нужно делать для того, чтобы начать. И что нужно делать для того, чтобы их зарабатывать? Все. 30 минут, зайди на тест-драйв, разберись, потом будешь вопросы задавать. Вот и все. Но это я так, к слову. Так вот. Эта квартира будет готова как минимум, да, в лучшем случае, 3-4 месяца. В лучшем случае. Сколько времени? Сколько это времени, 4 месяца? Сколько усилий надо на то, чтобы здесь все сияло, да, было как новеньким. Ну, прикиньте, что нужно с утра до вечера здесь делать, работать надо. Надо работать, надо в пыли постоянно что-то делать, что-то бить, стучать, сверлить, долбить. И получить какую-то там денежку. А можно просто включить как бы то, что в голове есть, если включается. И подумать, да, окей, я строитель, я работаю, все классно, мне нравится, это мое, это я люблю это делать. Но почему бы мне не рассмотреть какую-то новую тему дополнительно? И возможно, это будет именно той темой, в которой я захочу работать. То есть мне понравится и так далее. Да и вообще, в качестве какого-то дополнительного источника дохода я не вижу ни одной причины для того, чтобы не обеспечить себе дополнительно 1000-2 долларов в месяц. Работая дома в интернете за компьютером, не вижу причины. Ну, это только какой-нибудь зловещий умник с клеймом лузера на лбу, да, скажет, что мне хватает $150 в месяц на заводе, и в принципе мне достаточно. Ну, потому что, ну, в принципе, ну, достаточно, конечно, если у тебя цели только завод и набережная, там, где пивная палатка стоит. Ну, если маршрут такой же, то в принципе достаточно. Но если у тебя маршруты другие в жизни запланированы, то этого недостаточно. И те люди, которые на сегодняшний день зарабатывали деньги по каким-то там своим причинам, отошли от бизнеса и у них все рухнуло, это только ваша болячка. Это ваша проблема, им было делать по-своему и умничать. Я предупреждал некоторых людей, что если ты сейчас влезешь в ненужные вещи, да, и останавливал, занимайся работой, поставишь бизнес на колеса, тогда будешь это делать. Нет, куда-то влезли, куда-то пропали, где-то исчезли, и, короче, нет. Ну, ничего страшного, от этого движение никакое, все продолжается и растет, движение не остановилось. Единственное, что изменилось, это просто минус один человек выпал, ненужный, в принципе, потому что все нужные остались и появились
новые люди, нормальные, серьезные. Ну, конечно, никто не застрахован от того, что завтра здесь не будет их. Не в этом дело. В предыдущем видео, да, я начинаю бизнес с нуля, я же говорил, что мне нужно 11 партнеров. Уже нет, уже нужно 9, появилось еще 2, плюс один был, это 3. И вот за 2 дня я заработал $300, да, за последние 2 дня с этого с бизнеса, который я начал недавно с начала самого. Я же говорил, что сделаю 1000 в месяц, говорил. Уже 300 за 2 дня, поэтому смотрите сами, мне осталось 9 партнеров. Мало того, что эти люди, трое, которые есть, двое из них уже зарабатывают деньги, один из них заработал уже денег нормально. Посмотрите, пересмотрите предыдущее видео, и там есть кое-какие требования и к головному мозгу, и к видению на жизнь и так далее, в общем, к людям, которые мне нужны. Осталось 9 партнеров. Кто это будет, ну, смотрите сами, потому что как только эти 9 людей зайдут на тест-драйв, в принципе, партнеры мне уже будут не нужны, мы будем с ними дальше двигаться и дальше работать. Все, что происходит сейчас на рынке, все, что происходит с этим бизнесом в интернете, на сегодняшний день, все можно узнать там, внутри клуба Прав ТВ. В курсе всех событий вы будете. Единственное, что 9 человек, и если ты входишь в эту девятку, если ты тот, который хочет зарабатывать по 200, по $300 в день, тебе нужно попасть на тест-драйв по кнопке снизу. Но остальным желаю удачи, если вы строитель, как я был раньше, то в принципе приглашаю зарабатывать деньги. А всем остальным на тест-драйв удачи!